Если вы увидели в своем районе машину с надписью «Мособлгаз», значит мобильный офис газовой компании приехал к вам, и можно получить консультацию по любым вопросам, связанным с голубым топливом. Ну а в прошедшее воскресенье в течение дня мобильный офис «Мособлгаза» работал в деревне Малая Володарка. Сотрудники газового хозяйства помогали жителям решить вопросы, связанные с техническим обслуживанием внутридомового газового оборудования, а также слушали жалобы и предложения. У нас была только просто встреча, разъяснительные беседы. Вот. И сегодня, я думаю, что люди ушли довольны, они как бы все свои вопросы выяснили. Мы непосредственно заключаем договора, когда уже конкретно идем на адрес, делаем техническое обслуживание газового оборудования, объясняем технику безопасности, обследуем линии газопровода на предмет утечки. Передвижной пункт периодически объезжает весь Ленинский городской округ, поэтому получить необходимую консультацию стало еще удобнее. Сотрудники газового хозяйства также обходят частные и многоквартирные дома для проверки содержания газового оборудования. Если газовщик позвонил в вашу дверь, обязательно пустите. Помните, газ может быть опасен.